Приветик всем! Я хочу вам показать новые купальники, которые пришли с сайта AliExpress. Купальники Релисига. Очень красивые окраски. Очень красивый цвет. Очень яркие, очень сочные. На пляже будет смотреться замечательно. Трусики у них на завязках. Очень удобно регулировать на любой размер. Можно развязать и завязать. Все очень хорошо прошито, очень качественно сделано. Сейчас покажу швы, как обработаны. Очень достойно. Бирка Релисига. Вот такие вот трусики. Так, по поводу верха я бы не сказала, что я им очень довольна, потому что чашечки очень маленькие. Они без пушапа и вообще очень маленькие. Вот здесь так вот видно. То есть не всем, наверное, подойдет такой размер. Размер купальника, повторяю, М. Сверху на завязочках. Сзади также на завязочках. Шито очень хорошо, все качественно, придраться не к чему. Все очень красиво, все очень хорошо. Цвет очень нравится. Цвет настолько понравился, что заказала еще одну модель такого же купальника Релисига. Тоже на завязках. Трусики такие же примерно. Долго на них останавливаться не будем. Тоже размер М. А вверх у него другая модель. Вот такой вот V-образный вырез. Купальник на завязках. Две завязки сверху. Смотрится он вот так вот. Изнутри небольшие поролоновые вставки. Их можно убрать. Завязки также убираются. То есть кому не нужно, можно отцепить. Но в принципе тоже модель не очень удачная, потому что вот здесь все вываливается. То есть носить, конечно, не очень удобно. Но вообще очень красивый цвет. Цвет больше всего понравился, конечно. Ну, в любом случае на пляже будет смотреться замечательно. Особенно летом, море, солнце и такой вот яркий, насыщенный цветочный принт. Очень красиво. Не знаю, советовать покупки или не советовать. Мне лично не очень понравилась такая модель.